Всем привет! Сегодня будем делать интересную закрутку из слив на зиму. Получается готовая закуска, которая займет достойное место на любом праздничном столе. Для приготовления нам понадобятся сливы, гвоздика, лавровый листик, для маринада вода, сахар, яблочный уксус и молотая корица. Точное количество всех ингредиентов смотрите в описании под видео. Для начала моем сливы. Высыпаем их в какую-нибудь миску побольше. Заливаем водой. Хорошенько моем их. Можно воду сменить несколько раз. И достаем в мисочку, чтобы они немножко вода стекла с них, чтобы просохли. Теперь подготавливаем банки и крышки. Крышки складываем в мисочку и заливаем кипятком. Банки тоже я просто помыла и сейчас немножко налью в каждую кипятка, ополосну их кипяченой водой. Стерилизовать не надо, просто кипяточком обдать и все. Так вот взяли баночку и водичкой так ополоснули со всех сторон. А дальше эту воду просто выливаем. Дальше раскладываем сливы по баночкам. Сливы надо брать такие вот не очень большие и плотненькие, чтобы они не были мягкими. Наполняем каждую баночку доверху. Так уплотняем. Сильно не затрамбовываем, но все равно сливы должны лежать там плотненько. На 4 баночки у меня ушло килограмм и 200 грамм слив. Теперь заливаем их сразу крутым кипятком. Вот чайник только закипел, и сразу заливаем их. Льем понемногу в каждую баночку сначала, чтобы прогрелось и не лопнуло. Заливаем доверху. Накрываем крышками. И оставляем пропариваться минут на 25-30. Минут за 10 до окончания пропаривания слив готовим маринад. Выливаем в кастрюлю воду. Высыпаем сахар. Добавляем корицу. Хорошо размешиваем. Накрываем крышкой и отправляем на огонь, пусть закипит. Пока маринад закипает, займемся заключительным этапом подготовки слив к консервированию. Для этого сольем воду сначала. Такая вот крышечка у меня есть. Прошло 25 минут, как у меня стояли сливы в кипятке. Вода практически уже остыла. Выливаем. Водичка такая красивая получилась. Но она нам здесь больше не понадобится. Можно, если что, компот сварить, чтобы не выливать зря. Воду убираем, а в баночки сейчас будем закладывать по одному листику лаврушки, вот так прямо в баночку, раз, в каждую баночку один листочек. И по две гвоздички. Так, смотрите, чтобы такой бутончик был обязательно на гвоздичке. Так, две гвоздички в каждую баночку. Маринад наш закипел. Даем ему прокипеть буквально 1-2 минутки, чтобы хорошо растворился сахар и корица. А затем вливаем яблочный уксус.
Как только маринад повторно закипит, сразу же выключаем огонь. Сразу, пока маринад горячий, заливаем им сливы. Маринад так вот слегка размешиваем, чтобы корица не осела на дно, а попала во все баночки. Заливаем баночки доверху, чтобы все сливы были покрыты. Как раз на 4 баночки уходит 750 мл воды. Накрываем крышками. Закатываем. Переворачиваем вверх дном. Смотрим, или нигде не подтекает крышка. Проверяем все баночки так. Все в порядке. Накрываем одеялом и оставляем так до полного остывания, не меньше, чем на сутки. Вот и все. Вкуснейшая закуска из слив готова. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.